Интересные факты о Болгарии. Болгария – одна из старейших европейских стран, основанная в 681 году нашей эры. Она существует как национальное государство уже более 1300 лет. С тех пор Болгария – единственная страна, которая не меняла своего названия. Болгарский алфавит, известный как кириллица, в 2007 году стал третьим официальным алфавитом ЕС. В ее основе лежит кириллица, разработанная братьями Кириллом и Мефодием в 9 веке. Болгария занимает третье место в Европе по количеству ценных археологических памятников после Италии и Греции. В 1976 году древний болгарский календарь был объявлен ЮНЕСКО как самый точный в мире. Около 35% территории Болгарии отведено под естественные защитные зоны. Эти территории включают национальные парки, заповедники, охраняемые ландшафты и охраняемые территории различных категорий. Самым старым зданием в Болгарии является ротонда Святого Георгия, которая была построена более 2000 лет назад.